Здравствуйте, здравствуйте. С вами снова Ваня, и это 16-я версия. Да, Ваня похождение черт знает где. Ваня ходит без шарфика инвизибилити, потому что Ваня прошвырнулся, и теперь я нашел очень много. Я нашел лаки шарф, дополнительный уровень фортуны, когда майним блоки. Единственное, что у меня старая кирка, конечно, она с Fortune 3, но это уже приятно. Я сходил в пещеры. Вот тут вот далеко. Я хотел вылезти, потому что тут здесь джунгли. И я хотел какао и джангливые саплинги. Но с джангливыми саплингами у меня все хорошо. Они у меня были. А вот какао — это какао. И пока вылаживал, нашел много разных интересных мест. Например, еще одну геоду. Вот, и разобрал ее. И она у меня разобралась красивым образом. Так, а я что-то не понимаю. А где мой билдер? Неужели он тут наверху? Я его сейчас буду устанавливать. О, я, кстати, разобрал здесь все, перетащил. Телепортатор сюда, тут можно теперь позвонить. Знаете, как Linux изобрел Linux? Когда позвонил из своего миникса себе на жесткий диск, вместо того, чтобы позвонить в институт. Это реальная старая история, как появился Linux. Именно тогда он понял, что все, но пути назад нет, бэкапов нет, придется работать на том, что он напрограммировал. Соответственно, это четвертая штука, которая поставляет сюда электричество, там провода. И здесь будет много-много красивых разных замечательных машин, которыми я буду пользоваться. Ну, пока эта комнатка выглядит так, но на самом деле это телепортационная. Она так и называется. Порт. Что здесь интересного? Приезжают ли сюда мои волшебные... Не, они приезжают. Они приезжают сюда. Я жарю красный уголь. Вот. И, ух ты, сколько я редстона нажарил. Какой я. Надо забирать срочно, немедленно. Этот редстон мне пригодится. Прям очень сильно пригодится. Что у нас тут происходит? Ну, тут мы производим глиммер-капы. Уж извините, я не дотерпел и сделал такие мелодик-композиторы. Для них нужны были шалкер-шеллы. Но у меня есть... шалкер в новом призме туле, и я его заспавню. Здесь мы, собственно, жарим вот этот мелодиум ингот. Чего тебе не хватает? А тебе как раз аметистов не хватает. Аметистов не хватает. Сейчас будут тебе аметисты. Куда я дел билдер? Я не могу его найти. Нет. О! Что тут? У меня есть еще один телепортер. 100%. А где, собственно, сам билдер? Я хочу билдер. Вот, здесь жарится, самопроизводится чорусы. Чорусы, а тут, собственно, какао, который я притащил из джунглей. Вот. Из интересного. Если посмотреть на артефакты, которые выпадают из мимиков, а я их там убил много, у меня есть 22 магнита. Потому что 21 магнит выпал из одного. Ну, сработал. Слышите, вот такие взрывы на фоне? Это срабатывает вот этот тут вот самый первый трейд. Прям с самого верху. Slain enemies have 3.5 chance to be a loot pinata. То есть 3.5 шанса, и ты выбиваешь, при этом самом, выпотрашиваешь моба много раз подряд. Вот, собственно, вот это здесь и происходит, с этим странным звуком. Ой, а я хочу вот эту... Твою мать, а почему... А откуда вы здесь? Почему у вас тут так много? Я тут закрыл... Вот это происходит. Я тут закрыл... Как это называется? Да отстань ты. О, вот это происходит. Я закрыл дырку, теперь снизу не светит свет. А что-то много интересного дали. Вот, например, 11 камней из этого мужика дали синих. Ну вот, правда, брони не дали в достаточном количестве. Ну, в общем, здесь теперь выглядит вот так вот. Это пластик-блок, white пластик-блок. Почему он white? Я взял? Взял. Так, а здесь у меня 2000 акациевых логов. Акацию я тоже выращивал. Ну, здесь нет апгрейда, поэтому тут по 1000 в каждом отделении. И мы, собственно, запихиваем сюда акацию. Вот. Это белый пластик. Для того, чтобы делать пластик, я здесь перетер все свои кости, которые у меня только были. Это компактен апгрейд, который, собственно, ему даже не нужно рецепт. Он все, что можно закомпактить, тут у него настройка есть, закомпактить только то, что можно потом раскомпактить. Вот. Ну и, соответственно, из моих костей... получилось до хрена белой краски и куча бонблоков. Прикольно. Так, где же все-таки мой билдер? Придется, наверное, делать отдельный билдер для этих целей. Где-то я вас...
Нет, ну это не он. Может, я его снаружи оставил? О, поздравьте. Это Крейт. Тут ездит вот такая вот гастролябия, абсолютно примитивная, и отдает все. А когда вот эти две штучки соединяются, вот эта штучка становится, собственно, всеми сундуками, которые есть в ней. Вот, поэтому вот эта штука сливает прямо стеками. Я решил не делать тут крейтовское выливание. Вот, в общем, я выращиваю вот эту вот красную-прекрасную. А, да, а еще сундука, ой, на этой штуке нету, потому что она ездит на тележке с сундуком, которую я нашел в каком-то подземелье. Вот, ну, на самом деле, да, я грабил майншафты для того, чтобы у меня были рельсики. Но, к сожалению, красные рельсики пришлось сделать самому. И есть много разных интересных рельсиков, вот, которые можно поставить, надо в них будет поиграться. Все сливается, конечно же, в мою четвертую группу. А, да, еще зомби не умеют переходить через железную дорогу. Поэтому я это защищенно могу уже убрать вот эту дверь. А еще их будет убивать, так что прикольно. Вот, все красное. Что там, зомби пришел? Ну, привет, привет. Ай, ай. Вот единственное, что мне не нравится в этом мечишке. А что это у тебя? У тебя был? Нет, у него не было рюкзачка. Нет! Что ж ты творишь-то? Мне же страшно. Я же, несмотря на то, что я супер-пупер переодетый, мне же все равно страшно, когда меня обижают. Так, ладно. Заделаем дырку ночью. А что это вот эта штука остановилась? Она не должна... Ой. Проблема в том, что когда ты на нее залазишь, а у меня степ хайт примерно 3, ты не можешь ее толкнуть. То есть придется ее перезапускать, когда ты снимаешь всю броню. Вот. Ну, в общем, ничего интересного. 3 ряда красненьких деревьев, 2 ряда темных дубов с целью красивого строительства. Что-то как-то столько шмота в карманах, ничего особо не дали. Так, вот эти красные, маленькие красные камушки у меня, наверное, есть. А нет, ты ж смотри, у меня таких красных камушков всего 2 фиолетовых, это один оранжевый. Вот этот точно разобрать. А вот эти пусть здесь валяются. Когда я буду их комбайнить и что-нибудь с ними делать, обязательно ими воспользуюсь. Надо собирать не камни, которые круче всего и легче всего собрать, а камни... Стоп, а почему я вот это не... Ну ладно, разберу. Камни, которые принесут больше всего пользы. Вот, так как я занимался... Ой, как оно там все взрывается, страшно. Надо убирать уже эту хреновину отсюда. Вот, и моб-грайндер, и вот эта штука, которая портит мне флюид-целы крутые. Все надо отсюда уносить. Так, глоустончик. У меня должен был быть глоустончик, который я хотел положить в сюда. Так, собственно, почему красная древесина? Красная древесина, кстати, попадает, ну, все то, что там выращивается, попадает вот в этот сундук. Находится в моей, как это называется, оперативном хранилище. Хранилище, из которого я могу добывать что-то. Так, вот это разобрать. Вот, поэтому он приезжает сюда. Сюда же приезжает Незер Банана, ради чего все это было затеяно. Что делать с деревом, что делать с саплингами, а главное с красными палочками, я вообще не представляю. Поэтому дерево я отправляю на пережарку вот в этот сундук. Оно тут мгновенно пережаривается, принося мне экспы. Вот у меня уже 11 тысяч чаркова. Чем он хорош, этот чарков? Дело в том, что он жарит не 8 предметов, а 12. У меня, соответственно, блок из него жарит не 40 предметов, а 120. Или не 80, но, в общем, 2 стека он жарит. На одном блоке можно пожарить 2 стека. Зачем это надо, я не знаю. Да, кстати, нужно починить мою многострадальную... Если у меня есть чем чинить. У меня, кстати, нечем счинить. Надо на нее повесить саху. Вот. Я ее выращивал в деревне для того, чтобы у меня было чуть больше саплингов, чем обычно. Так. Здесь билдера нет. Здесь билдера тоже нет. Там билдера тоже нет. Вот так теперь выглядят мои окрестности. Почему они так выглядят, спросите вы, и будете абсолютно правы. Так, ну вот этот тот саплинг уже нужно посадить туда, где он может вырасти. Кстати, понял, почему у меня не работала
Давайте, кстати, сейчас же покажу, почему оно не работало. Дайте мне, пожалуйста, дирта. В общем, я бегал тут вот с этой книжечкой. Да, у меня это один шалкершел остался. Не все апгрейды для термала проапгрейжены. Так, вот так вот. Фишка в том, что он почему-то замена блока работает с... О, а я и не нахожусь на территории, которая у меня это принадлежит мне. Замена блока работает на территории, которая принадлежит какой-то команде, а вот выставления блока нет. Поэтому берем, говорим, что... Нет, это диспел. Это когда на меня нападают илладжеры, они же на меня вешают дебаф. О, а тут как раз плейсблок и стоит. Так что плейсблок, пинг. Работает оно все прекрасно. Вот, и даже можно будет спасти вот эту лошадь, которая тут плавает. Будем спасать лошадь? Будем спасать лошадь. Давай, давай, иди спасайся. О, лучше стало? Умничка. Иди гуляй куда-нибудь. Камушки кончаются, земля кончилась. А еще почему-то эта штука не работает с вейнмайнингом. Ну, как бы, ладно, на самом деле, не важно. Давай, 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 дуй куда-нибудь. Вот, если прицелиться вот так вот, то будет стенка. Тут чертовски неудобно, потому что, когда ты строишь, ты хочешь вот поставить как-то, вот-вот, чтобы вот так вот встать, и тут стенка построилась. Но строится не стенка, строится... А, ну да, здесь не сработает. Строится платформа. А когда ты хочешь продолжать платформу, ты прикрепляешься сюда, и строится стенка. А, неудобная фиговина, в общем, надо сказать. Но если нужно застроить как что-то плоское, то получается очень даже неплохо. Вот. Второй спавнер, который здесь стоит, это блейзы. Вот. Блейзы тоже абсолютно тупые, с отключенным интеллектом АИ. Но есть проблема. Даже с отключенным интеллектом эти блейзы... В общем, второй спавнер у меня комп не тянет. Обидно, правда? О, а тут сделали вот эти штучки. Дело в том, что я надобавлял себе уже очень много разнообразных... как это называется-то, спел компонентов. А, нет, надо кнопку нажать. Прям вот много. Я их добавлял. Вот какой у меня сейчас произвелся Essence, такие компоненты я и добавлял. И добавлялся до состояния, когда вот так совершенно случайно, проходя, ткнулся мечом, а потом час бегал по базе и искал, где же мой меч, где же мой меч. В результате пришлось сделать два меча. Вот один. Вот он. Так, у меня выключены магниты. Должны быть выключены, а то я сейчас намагничу всякого себе. Вот, и потом буду удивляться, что у меня всякого намагничено. Вот, и, в общем, теперь у меня есть нормальный меч здесь. У меня есть нормальный меч здесь. Прям вот хорошая катана, прям вот это. Вот там тоже такая же. Прям вот для себя делал, прям вот. Потом нашел этот меч и решил пока походить с ним. Ну, раз уж есть возможность. Вот, а тут все просто. Нет, не эти зелененькие. У меня вот эти зелененькие появились. Мы отматываем до третьего уровня. Вот, и говорим, что хочу. Нокбэк, пожалуйста. Оно такое, а у меня все есть. Нет, а у меня ни хрена нету. Поэтому положи, пожалуйста, в систему свои вот эти эссенсы, чтобы я это увидела. Я кладу эти эссенсы, и вот оно работает. И вот оно их забрало и работает. У меня теперь есть кнокбэк. Зачем мне кнокбэк, не знаю. Но знаете... Если есть какая-то коллекция, то почему бы ее не доделать до конца? О, кролики. Дело в том, что один из спилов... ты нашла кроликов? О, умничка. Один из спилов требовал кроличью лапку. А у меня как раз же кролик был. И я вместо сквидов вот сюда вот запихнул кроликов. И немножко их погриндал. Вот теперь нужно... Ой, боже. Опять эти блейзовые головы. Теперь нужно понять, что делать вот с этим кроличьим богатством. Не, ну, вот это кроличье богатство, понятно, зажарить. А вот все остальное куда девать, непонятно. Так что кролики мне, наверное, даже уже больше не нужны будут. Так, продолжаем разговор. Наверное, для того, чтобы не тупить. Может, у меня здесь билдер есть? Нет, у меня нет здесь билдера. Нет, не вехикл. Вот такой билдер, пожалуйста. Ой, машинки кончились, а синей краски нету. Так, ну, во-первых, вот это сюда сгрузить. А вот это вот кролик, это rabbit по-английски. Вот это забрать. Это я сейчас жарить понесу. А вот, собственно, кролик.
который был размножен и заиспользован. Из них даже выбила. Это не я выбил, это система выбила. Яичко для спауна. Корн. У меня есть корнфлауэры. Ну, ладно, на самом деле, я же богат. Вот, у меня же есть ляпис. Давайте сделаем себе прям вот. Можно, конечно, засунуть в какую-нибудь машину, но зачем засовывать, когда этого ляписа до хренилиард? Итак, билдер. Билдер делается. Этих машин, наверное, нужно... Ну, их потребуется, если честно. Мы же займемся путешествием по разным мирам. Так, и мне нужны шарды, чтобы его заправить. А также мне нужно хоппер, чтобы заново установить... Ну, что у меня есть? Ну, оставим. Чпок. Так, устанавливаем. Пока чантится билдер, ну, это, инфьюзится билдер. Я промазал, что ли? Нет. Вот, я включил вызов, начало подтормаживать чуть-чуть. Печалька, если честно. Но, с другой стороны, я же жадный. Я могу и потерпеть, что подтормаживает. Несмотря на то, что подтормаживает. Вот, вот звуки меня смущают. Именно поэтому я хочу убрать спаунер куда-нибудь самый низ, чтобы просто звук не доходил. Там еще визор будет. Это вообще будет жесть. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно сделать таймер. Ну, как всегда. Но, к сожалению, таймер у меня можно сделать вот такой. Шутки стеллар, что крафт он за 2 на 2. А, ну да, я не там. Не туда сунулся. Таймер, пожалуйста. Одна штука. О, штучки кончились. А их ведь было у меня. Из туфа делаем штучки. Так, таймер у нас отсылает один сигнал в какое-то время. И это прекрасно. Но есть одна большая проблема. Он отсылает короткий сигнал. Можно использовать latch. RS latch, ну, ты туда присылаешь сигнал, она становится единицей. Присылаешь второй сигнал, она становится нулем. Такой делитель частоты. Но он разделит частоту вдвое, а мне этого как-то не это самое. Вот, поэтому я хочу extender. Ой, сколько разнообразных экстендеров есть. Но меня интересует пульс экстендер. И у меня все для него есть. И я думаю, что мне этого достаточно. Плюс мне нужна... Вот вопрос, я очень жадный или не очень жадный? Я думаю, что я очень жадный. А, стоп, а у меня где-то есть билдер, который я установил что-то срезать. Я установил билдер что-то срезать. У меня нету этой самой квори. Блин. Черт, у меня еще 67 баддинг аметистов в коробочках лежат. Карт он решил посмотреть. Да, я немножечко тут поиграл. Шейп карт квори. Просто так развеется. И, соответственно, силктачную, конечно, силктачную. Вот сам силктачную, прозрачную. Чтобы оно и не вздумало думать ничего. Вот, теперь можно брать билдер. Куда за билдером бежать? Он готов. И его где-то ставить. Как мы это все сделаем? Как здесь темно и страшно. О, они... О, это хорошо, что они выросли. Я же как раз смогу взять вот эту штуковину и собрать себе экземпляр. Аметист-кластер, пожалуйста. Одна штука. Так вот, билдер стоит... На самом деле, неважно, где он стоит. Ну, допустим, он стоит здесь. А лампочки — это места, где я буду ставить колонны с этими аметистами. Знаете, кажется... А, да, вот тут вот был аметист. А вон там вот был аметист где-то. Вот, где он теперь не стоит. Потому что один я потерял, другой сломал. Ну, в общем, билдер можно поставить сюда. И сказать, что забирай, пожалуйста, для этого билдера. Вот, например, начиная отсюда. Кончая вот тамом. Смог? Смог. Ну вот, теперь он просто забирает всю комнату, кроме вот этого ряда. Держи. Также тебе нужно поставить фильтр. Но я думаю, что это аметистовый фильтр. Нет, тот билдер я забрал. Тем более, что вот его фильтр. Ну ладно, будет нужен. Сделаю новый. О, как можно делать, да? То есть вот это мы remove. Наводимся на какой-то интересующий нас блок, аметист-кластер.
Нет, Shift-клик. И теперь он у нас в загашничке. То есть вот этот можно было не трогать. Держи. Дальше. Ты работаешь все время. Ты работаешь пока... On to activate, on to activate, ignored. Ты работаешь, пока есть редстоунный сигнал. То есть редстоунный сигнал тебя включает, а потом перевключает заново. Что мы делаем? Мы говорим, что вот тебе редстоунный этот самый. Тут мы устанавливаем количество тиков. Нет, давайте секунд. Давай ты работаешь 10 секунд. Ты работаешь 10 секунд. Раз в, ну не знаю, эти штуки растут медленно. Раз в 5 минут, наверное. Опа! Что-то пошло не так. Он не смог отрендерить какую-то entity. Ну, не смог и не смог. Так, это сюда. Он, как всегда, стал криво. Его надо покрутить. Чпок. И вот он, значит, включился. Но мы delay делаем не 20 тиков, а 5 минут. Это 300 секунд на 20 тиков. 6000 тиков. Pause while redstone active. Давайте сделаем себе еще и это самое. Возможность его включать-выключать. Это убрать. А, где-то вот эта штука. Здесь мы берем левер. И устанавливаемся сюда. Угадайте, откуда столько леверов. Правильно. Я сделал. А зачем? Для того, чтобы запитать рельсики. То есть вот так его можно выключать. Все, вот эта штука начала тикать. Вот эта штука начнет фигачить. Как не в себя. Сюда мы можем установить либо... Это же билдер, в конце концов. Эндерпеллер сюда пойдет. Вот самый эндерчест сюда пойдет. Вот, с эндерчестом тоже интересная история. Все. Нет, не все. А, так же, как и все у меня на базе. Сделано через... Нет, не угадали. Через Integrated Dynamics. Вот, сюда придет четвертый канал. О, какая беда. Ну, нужно их увеличить немножечко количество этих штуковинок. Так, как это делается? Ну, так это делается. Чпок, 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 чпок. Все, 9 штучек нам хватит. Еще сюда нужно, еще сюда нужно. О! Куда бы тут красиво его установить? В морду ему уже смотрит вот этот блок занят. Ах! И вот он заработал. Ну, что, я надеюсь, ты заработал? У меня же есть для тебя выключатель для того, чтобы тебя затестить. Смотрим. Чпок. Чпок. Это именно то, чего я и хотел увидеть. Возвращаем 10-секундную задержку. А она опять двухтикная. Двухтикная. 10 секунд. Вот. Возвращаем сюда левер. Все. Сюда уехали вот эти штучки. Пойдем смотреть на них. Смогу прицелиться. Нет, не в машинный зал хочу. Хочу домой. Нет, это машинный зал. Вот. Вот это дом. Пластиковый. Надо эти штуки было сделать светящимися. Но у меня тогда не было глоустона. Вот. Вот они. Что с ними делать? Их вообще можно засовывать в крашер. А неплохо, если честно. Их, наверное, стоит засовывать в крашер. 7 штучек-то. Можно разбивать киркой. Но для этого их надо восстанавливать. А они восстанавливаются только на блоке. Поэтому восстанавливать их как раз билдером было бы не очень правильно. Вот. Так что, наверное, черт его знает. А может быть хранить. А больше они для чего не нужны. Нельзя там. Нет, вообще ничего с ними нельзя сделать. Потому что это плохая затея. Надо их собирать было тупо с фортуной. Говорят, ну, не знаю. Мне вот это количество больше нравится, чем то, которое... можно получить. А нельзя стать? Да, надо обязательно поверхность какую-то. Черт. Даже и билдер тел. Ну ладно. Аметистики нужны для того, чтобы производить вот этот вот чудесный сплав. Он называется мелодиум. Что делают из мелодиума? Из него делают апгрейды. Из него делают
Extended Range Augmenty. И все, да? Также с ним делают пыль, шестеренки. А из шестеренок делают следующий тир. Но мне нужен уже последний тир. Стивариум называется. Со Стивариумом есть небольшая проблема. А это не проблема для меня. А я могу себе наделать Стивариума. Но сначала надо наделать Мелодиума. Потому что в какой-то момент... ну, следующий тир... это будут эти... шестеренки из Мелодиума. А шестеренки из Мелодиума — это 8 Мелодиумов на один апгрейд. А у меня, по-моему, даже... А, я знаю, чего мне не хватает. Блин, надо там включить систему рубки деревьев. У меня не хватает шалкер-боксов. Во, процесс. Так, что мы делаем? Идем наверх. Снимаем броню. Превращаемся тупо в Ваню, замотанного в шарфик. Идем вот к этой фигне и говорим, поехали. О, вот так я ее могу это толкнуть, потому что я ее не на нее не запрыгиваю. А так я ее просто перешагиваю. Здравствуй, дорогой скелет. Как ты ко мне бежал навстречу? А я такой. Ой. Это мы тут много срубили. Почему вот это не забралось? Должно забраться. Не боже, всякому браху валяться на дороге. Так, а я потерял билдер. Надо пойти искать. Так, в джунглях я его не использовал. Я его здесь использовал, здесь где-то может быть. Но когда я чинил вот это все, я уже бегал не с билдером, я уже бегал с книжечкой. Значит, вот эти не растут. Но я их выращиваю исключительно для того, чтобы порадоваться, что у меня... Ой, какая машина. Что у меня есть красивое дерево. Стоп, а вас двое, что ли? Или ты сюда... Да, ты сюда пришел. Что принес? А, меня убивает. Такс, ты принес. Как раз карнфлауэры. Вот эти вот. Я, кстати, купил у предыдущего торговца. Можно купить Купермиральд амулеты, но это уже неинтересно. По перфише неинтересно, вообще ничего не интересно. Большое спасибо. Ваш визит очень важен для нас. О, два гемов Варлорда. А тут фиолетовенький. То есть мы берем с собой зеленый материал. А у меня нет зеленого материала. Вот, это плохо. Ну ладно, синий берем, так и быть. Его тоже можно использовать. Так, берем вот эту фигню. Три камня есть. Стоп, а что-то у меня здесь стояло. А, здесь у меня стоял энчантер, который я утащил вниз. Потому что у меня там сломалась наковальня. И мне было лень тащить новую наковальню. А здесь наковальни уже стояли. Вот. Из этих двух штучек делаем себе фиолетовенькую. А из вот таких делаем себе... И она оранжевая. Крит. Она дает крит. Heavy Weapons — крит. Light Weapons. Heavy Weapons — это топоры. Light Weapons — это мечи. Chestplate — 25 Max Health. Ну, круто, на самом деле. 25% Max Health. Хелмет и 17% дамага. Это классный камень. Я его доапгрейжу до максимума и обязательно во что-нибудь воткну. Вот эти штуки, так как у меня нет коробочки с торговцем, теперь висят здесь. Я коллекционирую. Надо, конечно, найти... Но, в принципе, ничего мне не надо находить. У меня есть спаун-эги в диких количествах. У меня есть 2000 зомби-спаун-эгов. Сквид-спаун-эг, но он не будет работать в спаунере. Скелетом спаунера. Что он здесь делает и что это за скелеты? Это обыкновенные скелеты. Так, где наш... А, вот. Давайте на него посмотрим. Может быть, он меня устраивает. Так, абсолютно тупой обыкновенный спавнер. То есть, если мы возьмем сахара... взял один такой сахара. Мне пришлось в какой-то момент делать бумажки. Клоков. Ферментед Spider Eye. Мало. Шалкер. С шалкерами проблема.
шалкеры телепортовываются. Но если взять, как он называется, да, фрукт. А фрукта нету. Почему нету фрукта? А, потому что фрукты я сюда не складывал. Ай, я все фрукты сразу отправил жариться. У меня много попнутых чорусов. И одну такую штучку. И посадить жить сюда. И вогнать все это барахло сюда. То все равно никто спавниться не будет, потому что слишком светло. А я должен сюда еще этот лантерн воткнуть. Так-с. Так-с, вон как они зашевелились. Все, вы тупые. И вас много. Интересно, а шалкер будет на свету спавниться? Не будет. Хорошо. Если шалкер не хочет спавниться на свету, то мы сюда... А, лантерн. У меня еще немножко есть. О, коробочки с лампочками остались. Я хотел осветить место, где растут деревья там наверху, чтобы они прям вот вырастали. Ух ты. Бабах, бабах. Бабах, 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 бабах. Баба, работает. Так, этот свой спаунер надо еще немножечко догнать. Сахара туда уже достаточно, фермента спайдер. Ай, надо туда запихачить. О, шалкер-боксы. Вот, шалкер-боксы — это очень хорошо. Это значит, что я могу в этой машине фиолетовенький, а в этой машине все еще призмау. А, пристин. Вот, я могу заапгрейдить себе вот этот вот. Yeah. Во. Вот, но так как я хочу немножечко это поработать с шалкерами, с ними есть небольшая проблема. Их не будет сдувать ветром. Ну, честно, не будет. Я прям почти точно уверен. Так что у меня сейчас что будет? Мне сейчас придется... Ну, ладно, забираем блейзов. Забрали? Это тут... Нет, ну я что-то сломал, явно. Так, я смотрю на зомби блейз. Не сломали. А, я кого-то ударил. Ну вот, я что-то сломал. Все, сломал. То есть зайти я сюда и постоять в нем могу... А видно его, видно, и вот он, собственно... Нет, это шалкер-спавнер. Значит, сам спавнер куда уехал? Нет. Ладно. Даже его ломал правильно киркой? Так, ну что, шалкер, спавнимся. Они даже не пытаются спавниться. А, сюда коки надо воткнуть. Ну, собственно, да, чего я и предсказывал. Хорошие шалкеры, но их ветром не сдувает, поэтому их надо ставить в отдельный гриндер. Вот, и гриндать отдельно. Но у меня хорошие новости. Я тут совершенно случайно... Все. Так, киркасик тачим обязательно. О, так, этих поймал. А куда я их поймал? А где? Этих я сюда поймал. А где блейзовые? Ну ладно, найдутся. Ах ты, как они разваливаются. Бейзовый спавнер меня наверняка утащили вниз. Якс, давайте это докажем. Вот наш низ. И здесь должен быть спавнер. Я что, его сломал? Не силкотачнутый киркой, он крутой вообще был. Ну, не проблема, конечно. Нет, вот он. Да, вот он, бейз спавнер. Спавнер пойдет у нас в эту коробочку, в известно хорошие спавнеры. Так, что нам нужно? Нам нужно взять немножко Fermented Spider Eye. Нам нужно взять Fermented Spider Eye и один Nether Star. Nether Star'ы все еще есть, но я бы хотел сделать автоматическую добычу Nether Star'ов. Так вот. У меня случилась радость. Я нашел вот этот незеритовый бэкпэк. В нем была вот эта штука и вот эта штука. То есть, если я тупо... У меня есть апгрейд пьедесталовский? Да, есть. Он у нас прям это самое, прям реактивный-реактивный. Он прям делает так, зык-зык-зык-зык-зык, как барон Пампа в хорошем произведении Стругацких. Так, как мы это все дело выставляем? А я думаю, что это киркой. Вжик-вжик-вжик-вжик-вжик.
он вполне сделает из меня лапшу итальянским способом. Если китайцы лапшу растягивают, вот так вот растягивают, то итальянцы просто берут лист и нарезают его. Поэтому мы берем себе Diamond Sheet, на самом деле Diamond Block. И, наверное, тогда у нас вся эта история будет выглядеть интересным образом. Допустим, здесь. У Вани на лужайке совершенно случайно стоял Diamond Block прямо в... Вот билдер, как я его не нашел. А, я знаю, почему я его не нашел. Но это хорошо, что он у меня есть. Вот, потому что я его искал рядом с машинами, а он был перед карточками. Извините, вы, наверное, орали прям, знаете, давились попкорном, обливались пивом и орали: «Ваня, хватит долбиться в глаза!» Но Ваня продолжал долбиться. Так, что-то не хватает. Не хватает пьедестала, собственно. Пья. Где? Да, ты ж смотри, реально не хватает. Но сделаем себе много пьедесталов. Теперь на некоторое время мне их даже будет хватать. Стоп, а я же где-то сделал вот этими... А, во! Нет, Ваня точно долбится. И не факт, что в глаза. Поверьте, я-то знаю. Я-то Ваня. А сюда идет... Сюда идет вот эта штуковина. Она говорит, мы требуем... Вот, на него идет, ну, раз пошла такая пьянка, будем использовать тот бэкпак, в котором я нашел. Это какой-то древний бэкпак, из которого так магнит, апгрейд, жижа. О, тут даже жижа было, 58 уровней. Такс. Сюда идет палочка-убивалочка. Это, а, неважно, они более-менее одинаковые. Вот, и на... сверху идет спаунер. Shift-плюс. Главное поставить вот... Поставим один такой. И я сразу весь такой в шалкерах. Так-с. Отдай. Нет, не ты взял. Мой рюкзак взял. Так-с. А можно же зависнуть. Я же вертолет. И вот, значит, шалкеры. Шалкеры спавнятся как-то хреновенько. Так, покажите статы. Спаун рейндж 4. Они почему-то все рядом заспавнились. Но это не страшно. Мы возьмем немножко дерева. Почему-то это хреновина. А куда ты увезла мое дерево? Увезла его? Ладно. Я возьму листиками. Стоп, это не оно. Нет, оно реально подобрало. Круто, кстати, что оно подбирает. Значит, здесь не остается мусора. Почему-то она высаживает здесь дерево, но вот все вот это вот не может не засадить, не по это самого не срезать. 1, 2, 3, 4. Значит, вот отсюда. Помните, тут была проблема с криперами? Вот, у меня больше не будет этой проблемы с криперами, потому что очень надеюсь, что ни один крипер до сюда не добежит просто. Вот, крипер получит по морде и сразу окочурится. Такс, и, соответственно, 1, 2, 3, 4. У меня нету... Нет, у меня все есть. У меня все есть, то, что мне надо. А, надо отклеить. Так, и быстрее уже запускать... зомбореску, потому что мне кажется, хотят что-то сообщить важное. Вот. Ну, в общем, как-то так. Я произвожу какие-то миллионы тонн шалкер спаун эгов. И мне все нравится. Единственное, что нужно сделать вот так и отсюда уйти на некоторое время. Экспу ты забираешь? Штука. Почему отсюда не забралась экспа? Но они все вроде появляются там, где надо, экспа затекает в машинку. Да, вот в этом вот вся проблема спавнеров. Спавнеры просто имба. Даже просто темная комната, это круто. А вот когда еще и спавнер... А еще когда пофигозовский спавнер, это прямо вау. Что, кстати, у нас тут происходит? Этот, о, приехали штучки. Ой, бананчик. Бананчики мне... Ух ты, а что это было?
Ты меня так к себе притянул и швырнул? Что у тебя на ботинках? Unbreaking тупо. Ладно, бананчик — это важно. Бананчики должны быть забраны отсюда. Потому что здесь бананчиком, ну, место, конечно. Но мы сейчас здесь мы будем приготавливать особенный рецепт. У меня где-то должны были быть пожаренные чорусы. Должно быть дохренелиард голстона. Мне нужны кусочки эмеральда. Не проблема. Надо как-то назвать вот этого товарища, торгующего со мной вкуснейшими изумрудными блоками. Так, есть из бананчиков, попнутого чоруса, глоустона и прочей фигни, мы делаем себе глиттеридаст. Это такой же, как предыдущий глиттеридаст, который делался из золотой фигни, только следующего тира. Думаю, что мне достаточно. Сколько? Может быть, где-то у меня были грейдинг штуковины. А, блин. Это у меня были грейдинг штуковины. И вот они идут, ну, допустим, рядышком с этой машиной, чтобы ей не мешать. Справа-слева. Сюда идет обыкновенный сундук. Надо красивых... О, у меня же есть классное дерево, надо наделать красивых черных сундуков. Сюда идет вот это барахло. Как у меня мышка делается, если ей шевелить. Это так маг умеет делать. Так. Один. Апгрейд. Апгрейд настраиваем. Работать справа-слева. И больше ничего не надо. Берем наш замечательный... Как он называется? Давайте начнем с малого. Нас интересует яндера. Яндера нам нужно прям совсем копеечка. Прям 16 это даже много. Чпок. И яндер сразу же... А, он куда-то уехал, и тут он начинает грейдиться. Эта штука может догрейдить до очень хорошего состояния. Смотрите, сейчас она его загрейдит. Вот. А куда он весь уезжает? А он сюда уезжает, начинает здесь уже грейдиться. А в чем фишка? Если он грейдится хуже, чем вот Б, например, загрейдился, он отсюда не уезжает. Он уедет только если вгрейдится в С. То есть сейчас сюда приду, тут будет макс. Вот Д всякие, ССы появляются. Сейчас вот какой-то вот этот вот кончится. А, Д появился отсюда. Ну и сейчас сюда приедет какой-нибудь Д. Давай, приезжай. Да, сюда приехал Д. То есть таким образом я сейчас очень быстро догрейжу это до макс-макс-макса. Надеюсь, по крайней мере. Так, также нужен Refined Obsidian. Все предыдущие операции грейдинга Refined Obsidian. Нотгрейдит? Ну, давайте оставим здесь нотгрейдит. Я думаю, что столько-то мне на броню хватит. Я хочу заменить камушки в своей броне на более крутые камушки. О, Макс. Макс, это супер-супер-супер классно. Но это еще не все. Ваня Привас откровенно играет в читерство. Но на этот раз читерство путем Сайлингера. Что мне нужно? Мне нужен Starlight. Вот эта штуковина. Она делается из Polished Blackstone. Хорошо. Раз, два, три. Ну, давайте их будет у меня три штучки. Я не это самое. Вот. И два блока Blazing Gold, которого нету ни черта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это один блок. А мне нужно два блока. Вот. Делаем себе блоки Blazing Gold. Чпок-чпок. Стоп. Только я хотел этих штуковин. Две. Вот, хотел три. Но три, почему? Фишка в том, что эти штуковины заряжаются ночью. То есть мне теперь спать нельзя. Меня сейчас задавит машина. Вот, я их выставляю где-то здесь. И они стоят у меня, ночью смотрят на небо и заряжают вот этот чардж по ночам. Я проверял, эта штуковина работает.
То есть это не сломанная механика в моде, а прям работающая механика в моде. Так что мы ее заиспользуем. Так, о. Саплинг таки дорос до конца. Выполнил свое предназначение. Но эти штуки невозможно использовать просто так. Нам нужен теперь... Мы все время забывал, как эта штучка называется, но она называется Тириан. Тириан Стил. Нам нужно 4 блока Тириан Стила. Тириан Стил делается в металл компаундинге. Ой-ё. Нужен крашен шалкер шелл. Но это не проблема. Это не проблема. Вот это. Это Азури Электрум. Тоже не проблема. Нам нужно начать добывать Азури Сильвер. Дорогой билдер, что там у тебя в кишках? У тебя клиринг вори простой. А нужен сектач, но ты... Ладно, нужен сектачнутый, значит, будет сектачнутый. А, ну да. А, чпок-чпок, из этого делается сектачнутый. А, и никаких проблем. И вот наш сектачнутый. Так, чпок. Дальше. У меня проблема... Так, это Light Grey. Это был Light Grey. Мне нужно еще немножечко эндерчистов. У меня кончились. Делаем из этих сумочек эндерчисты. Но с Light Grey вот этой штуковиной. Чпок. 4 эндерчиста. И если в него внутрь посмотреть, то это то, что надо. Берем. Проверяем. Вдруг. Но нет. Такс. Браху можно сложить сюда. Пусть валяется здесь. Единственное, что... Да и бошки тоже можно складывать сюда. Единственное, вот это надо разбить руками, ну, чтобы не валялось лишнего. Пока что по минриву у меня прям все хорошо. Так, у меня есть филлер, то есть билдер. Правильно, за это самого у меня есть эндер чест, у меня есть все. Да, у меня все с собой. Чпок. Сейчас я отсюда уйду. И у меня отключится обижание шпауника, само шалкеров. Давай. Джик. А, у меня кончается электричество в том самом в телепортере. Хочу ли я это делать здесь? В принципе, наверное, точно, абсолютно нет. О, мне дали новую дырку. Иди сюда. Дело есть. А где эндер впервые? О, а почему из него вылился player head? Может кто-нибудь объяснить? Так, оранжевых товарищей нету. Я в эту дырку еще не ходил. Надо сходить, посмотреть, что там. И где я? А я здесь был. А вот дырка. Но вот этой штуковины, когда я здесь был, еще не было. Итак, мне нравится, где я нахожусь. Надо обязательно пометить это место. Но перед этим я хочу обидеть... А кто там? Так, огреб. Обидеть вот эту летательную штуковину. О! Барахло! Барахло! Из них выпадают... А кто сломал? Я сломал. Очень неплохие. Да, очень неплохие. Что ж ты творишь-то, зараза? Очень-очень неплохие штуки, которые можно закинуть в коробочку. О, эндерсуржгем. Да, то есть по ним надо пробежаться, их немножечко погриндать. Установить вот эту штуковину. Где фиолетовая была... Где фиолетовый луч? Где-то тут это дело было. Ну, а я не хочу потерять свой билдер. Поэтому придется поставить здесь метку. Так. Куда он будет смотреть? Ну, в принципе, он будет смотреть наверх. То есть он туда. Он будет смотреть наверх, он будет... А, нет, его надо... Слишком низко ставлю. Его надо поставить как раз повыше, а не пониже.
Вот, я думаю, что так нормально. Такс, builder, underchest, фильтр, пожалуйста. Фильтр, пожалуйста. Одну штучку мы в него запихиваем. Все, что обычно мы хотим. Forge Oris. Все барахло. И Silent Games. Silent Games. Нет, Glowrosis, конечно, круто. Может, и Glowrosis, кстати, собрать, чего бы нет. Вот, но вроде пока нормуль. Главное, чтобы Azure Silver приезжал. Ты у нас размера дофигацать. Солидная квадратина. Не конус, не композиция, не скан, бокс. Сколько всего есть в этой штуке. Так, и ты смотришь сюда. Чтобы тебя запитать, нам нужно опять же сделать integrated. У меня же теперь есть свободные четвертые штучки. У меня кончаются энерджи-коннекторы. Так, вешаем на тебя коннектор. В тебя явно должно приезжать сразу дохренелиард всего. К сожалению, поставить англопортер намного проще. Но так тоже зайдет. Чпок. Off to activate. Окей. И вот у нас приезжают какие-то руды. Какие руды тут приезжают, я не знаю. Нас ничего не интересует. Мы отправляемся домой заряжать вот эту хреновину. Как тут страшно. Так, а где-то же была коробочка для заряжания этой штуковины. По-моему, это она. Шпок. Она медленно ее заряжает. Можно раскачать столик из термала, так что он будет прямо ух, там прям вжик, если сразу зарядил. Но, не знаю, пока, наверное, делать этого не буду. Это глоустончик. Пока таскаю руками. Через некоторое время... Ну ладно. Через некоторое время заавтоматизирую. Что у нас тут приезжает? Azure Silver. Must have. 127 аметистов. Чуть мало. Но больше, чем в прошлый раз. И всякие камушки. А пока даже не при... Ах, я забыл пролодить тот чанг. Хнык. А Azure Silver мне на самом деле не хватит. Вот, Азури Сильвера тут, понимаешь ли, полстека. Придется взять наш телепортер и переться заново. У меня для вас ценное задание. У вас вообще получается эта история? О, получается. Супер. Надо как-то пропутешествовать, чтобы закрасить вот тут вот все и знать, что здесь. Потому что здесь джунгли, там может быть много всего интересного. Проверяем. А, опять эндермена убивать. И опять не взял с собой эти маленькие зеленые штучки. Можно я воспользуюсь вашей? Или вашей? Ну, какой-нибудь. А чего вы обиделись-то? Я что-то плохое, что ли, сделал? Странное. Так. Из него вывалилось. Они, кстати, все разные. Прикольно. Так-с. Включить все-таки эту хреновину. Мне нужно прыгнуть в... А где эндер... Вот они, эндерперлы. Мне нужно прыгнуть в ближайшую. Интересно, как вообще появляются эти штуки? Почему я ее раньше не заметил? Это? Вот это же была ближайшая к спавну. Вот. Но нет. Мы не угадали. Так, мне нужно встать сюда. А может начать уже пользоваться нормальными тунглопортерами с чанклоудингом? И заводить этот чанг. Так, также мне нужно придумать, каким образом покрошить вот эти вот штуки. Но тут на самом деле довольно много свободного места. А у Вани много свободного времени. К сожалению, расставляются они только на пол. Но не тё. Ладно, на самом деле, сейчас буду разбивать какую-нибудь руду.
разобью их. Эти штуки мне нужны просто прямо сейчас, чтобы продолжить производить мелодик. Я сгрузил в коробку с печкой все свое свободное золото, поэтому у меня сейчас в системе нету разобранного золота из блоков. Вот, это прямо мало. Йо. Сейчас будет телепортация куда-нибудь такой. Ну, а дальше все просто. Это надо сломать. Я не могу это сломать, потому что у меня хреновая кирка. А чье очарование? А, хреновая кирка. 32 experience gained. Mending fortune, bone of the earth. Вот, mending, bone of the earth и teleportation. Я на нее одеваю. А все остальное меня не интересует. Сказал Ваня, которого на самом деле все интересует. Потому что нужно проверить, какие книжки я получил. Rective, Sweepinage, Life Leech, ну, в общем, более-менее. Experience Boost. У меня там есть или нет? Кстати, хороший вопрос. А на что вешается Experience Boost? А на мечетон вешается. А у меня он повешен? На меч Experience Boost. Да, повешен. То есть у меня есть коробочка, кстати, самая книжечка с Experience Boost для этого прекрасного гаста, Вейза. Unbreaking нет. Efficiency сейчас будем улучшать. Fortune сейчас будем улучшать. Teleportation. Boon of the Earth. Голая, бесполезная кирка со спун-апгрейдом и двумя дырками под камни. Во-первых, дырки под камни. Дырки под камни, это я люблю. Что из тебя можно сделать? Где? О-о-о. Что из тебя можно сделать? Из тебя можно сделать. Брейк-блок дает спид. А сейчас что? А сейчас брейк-блок дает хейст и спид. Ну ладно. Tool has nezirit effectiveness against all blocks. Окей. Но оно и так незиритовое. It ignores 33 durability damage. Атак спид, атак рейндж, атак дэмэдж дохренлярный, лучше, чем средняя катана, которая была у меня в начале, изумрудная. 45 экспы, лук, майнинг спид, рич дистанс. Меня все устраивает, между прочим. Делаем себе этот офигенчик. А топорчик, топорчик, а топорчик уже оранжевенький. А, что-то я хотел еще сделать интересного. Например, у меня есть... Круди Эмеральд Хоя. А Круди Эмеральд Хоя разве нельзя? Ах ты ж. Ах ты ж. Ай-я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 й. Ладно. Ну, на самом деле, с Эмеральд Хоя все, что меня интересовало, есть. О, кстати, вот, два Макса приехали. Кстати, а можно тебе будет запрещено забирать вот эти Максы? Просто, чтобы ты их туда не пытался засунуть. И вот эти Максы тоже не забирать. Вот, все остальное грейди сколько влезет. Это у тебя что, ССС он грейдает. А этот он грейдит тоже ССС. Вот, и в какой-то момент ССС станет максом, уедет в этот сундук, попадет вот в эту вот штуковину, и машинка его никогда не отдаст. Кстати, на то, чтобы сделать три брусочка максовых, я съел, в общем, по-моему, два стека пыли на один максовый брусочек. Вот этой дорогой пыли. Ух... Но это вопрос престижа. Ладно, на самом деле все равно... Так, что у нас тут? Д, А. Давайте ССки возьмем. Нет, это просто СК. А что это ты? А, я запретил забирать. Не-не-не-не-не, извините. Я запрещаю отдавать Макса. А забирать-то как раз надо. Вот, это вопрос престижа, конечно. Вот грейд С, грейд Д, грейд С... Грейд ССС. Раз, два. А, стоп, это ССС. Ну ладно, на самом деле, неважно. Нам, пожалуйста, Хоя. Так, во-первых... А, во-первых, ее надо починить. Чтобы она починилась, на нее нужно повесить мендинг. А у меня мендинги, по-моему, были еще. Мендинги, пожалуйста. Окей. Мне на нее повесить мендинг. Она не может... Ух ты, всего за два? Берем. А мы же будем ее как-то улучшать. Что у нее? Fortune, Grow, Unbreaking, Experience Boost, Efficiency, Nature, Blessing. Знаете,
мы ее будем улучшать. Я хочу ходить с офигенной. Если я буду ходить с сахой, я буду ходить с офигенной сахой. Так, тогда саху не трогаем. Тогда сейчас улучшаем эту самую кирку. С сахой разберемся. Итак. Efficiency улучшить. Fortune улучшить. Mending уже будет. Boon of the Earth. Сколько у меня этого Boon of the Earth? Boon. Понятно. Boon of the Earth окончаются. Айсит. Crescendo of Bolts. Это все чанты для... как его зовут? Арбалета. Так, Boon of the Earth 3. У меня же нету Boon of the Earth 3. А, стоп. А у меня его и не будет. Boon of the Earth 3 надо просто тупо размножить. Нет. Сюда. Просто тупо размножить. Один использовать. А все остальные оставить. Лежать здесь, чтобы у меня просто был такой энчант. Блин, я телепортейшн размножил. Ну, ладно. Телепортейшн тоже потребуется. Куда я Boon of the... А, Boon of the Earth я уже успел туда убрать. Ну, бывает. В общем, да. Нет, стоп, менинг зачем убрал? Телепортейшн есть. Телепортейшн есть. Мендинг надо забрать. Мендинг, пожалуйста, отдайте. Так. Бум, отдайте тоже. Он, скорее всего, один. Вот, а теперь надо размножить все-таки буны, а не телепортейшены. Эта штука перестала отдавать вообще эти инготы. Вот у меня лежат ССС-ки, а я-то запретил отдавать максы. Но это потому, что гнули дурабилити. Матч дурабилити и матч NBT. И вот они уехали. Вот, а Энки это самое максы не отдаст. Потому что максы мне самому нужны, я из них буду всякое делать. Делаем себе расписание поезда с Efficiency 1X. Максимум же у нас 1X, да. Так, теперь оно у нас есть. Это для кирки. Нижечку выбрасываем, потому что она больше не пригодится никогда. Ну, на самом деле, действительно не пригодится. А вот этот вот сундук, это я это добываю всякие интересные энчанты, потому что, ну, есть же интересные энчанты. Так, это мы будем делать, а вот это мы будем увеличивать. Сколько у нас максимум фортуны? Когда включен? 8. Апофеозис. Значит, будем делать 8-ю фортуну. 8-ю фортуну запихиваем в планшетик. Выбрасываем ее. И теперь можно чантить. Для начала мне нужна книжка Mending Teleportation. Ой, какая она дешевенькая. Я, наверное, все-таки коплю уровни, нежели их трачу. Это двоечка. Mending Teleportation с Boon of the Earth. Довольно удобно, кстати. 5. Стоп. Да, я знаю, что если книжки правильным образом расположить, можно получить 5. И вешаем это немедленно на нашу кирку. Это, конечно, запредельно дорого. Ух ты, как я попал. Кирка, книжка. И вот она уже крутая. Boon of the Earth, Mending, Teleportation. Так, теперь что сюда надо повесить? Нужно обязательно повесить Unbreaking. Стоп, это что такое? Это Fortune. Fortune тоже надо повесить. Привет, мужик. Смотри, что я принес. Крутится? Да, давай ее сюда. Ну, что так медленно? Надо как-то ускорять. Так, и Fortune, пожалуйста. А вот этот вот всеобщий анбрейкинг, это анбрейкинг, да, лежит здесь. Ну, в общем, как-то не очень много повесилось. Повесился Efficiency, повесился Fortune. А, стоп. Я же говорил, что нужен еще Experience Boost обязательно. Ну, чтобы, когда ты кирку используешь, было больше экспы. Или же это, когда ты этой киркой кого-то убиваешь, больше экспы дают. Я не знаю. Кстати, можно про этот самый буст
прочитать. Increases experience drop from killing and mining. То есть пофиг. Все хорошо. Большое спасибо. По-моему, вот эти чанты. Looting, smite, sharpness. На кирку вешать бессмысленно, особенно дизарминг. Так, получилось круто. Надо на нее повесить форчун. Где-то у меня был форчун. Можно, кстати, сделать. Берем вот это. Берем вот это. А это у нас взято. Что будем тратить сегодня? Ну, у нас вроде оранжевые камни хорошо, хорошо пошли. А при вот таком вот... О, да, собственно, они хорошо пошли. Нет, стоп. А, нет. Вот. Правильная штука. Два этих камня. Пылька. Это фигня. Будет стоить ровно один Годфорж первый. Аркан Сэндед. А нет, ты смотри, у меня Аркан Сэндед есть. Давайте использовать честную цену. Тут оказывается дешевле всего использовать правильный тир. Всего три Аркан Сэндеда. Можно, конечно, синенькие использовать, но у меня синеньких мало. Так, и теперь всего три Годфорж первого, пожалуйста. Камешек плюс два ко всем энчантам. Плюс два ко всем энчантам. Сюда повесить. 4 левела, то existing sharpness. Но у меня нету... У меня нету дырки. Что делать, если у вас нету дырки? Вы берете дрель. Просверливаете ее. Так, вот эти, верни. Что мне нужно для того, чтобы просверлить правильную дырку? Так, эту штуку. Ну, отставим пока. Что здесь, кстати, происходит? 2 макса уже. Тут 2 макса. 4 макса. Но пока держим, пока держим. Пока эти штуки нас интересуют. Пока как просто материал. Такс. Что мне нужно? Мало. Мало. Мне нужно очень много пустых бутылок. Закончилось стекло. У меня почти нет песка. Перед тем, как куда-то идти, надо разобраться с песком. Что мы можем сделать? О, кстати, это приехало на пережарку. Что мы можем сделать с песком? Нам нужна машина под названием... Она называлась Stone Working Factory, по-моему. Если мне, где мышка, не изменяет память. Для нее нужна алмазная кирка, которая у нас, конечно же, есть. Но еще нам нужна вот такая штучка. А она делается из глаз пейна. А у меня глаз пейнов нет. То есть, что мы делаем? Большое спасибо. Мы используем новую кирку. Пинг. Нет, не так. Извините, я обшибся. Заберите, пожалуйста. Ой, какая плохая баночка. Мы ее проблейдим. Сзади надо забрать. Пусто? Пусто. К сожалению, мы сейчас будем пользоваться инструментом, который заставит нас убрать вот этот сундук. У меня, по-моему, с собой это... Да, вот с собой это было. То есть банку можно тупо поставить, а канистру надо поставить сверху. Канистру сверху. Заливаем все внутрь. Ой, как-то сразу все залилось. Две. Так, стоп. Это убрать, а этого здесь вообще... Чтобы я этого здесь больше не видел. Так, мне нужны глаз пейны. Глаз пейны. Пожалуйста. Бжик. Я думаю, мне хватит на первое время. Да, мне хватило. Ед можно забирать. А, надо же будет слить. Окей. У меня же тут будут остатки слайма. Черт. Сайд-эффектом этой операции является вода. Вот, у этой машинки переполнится водяной буфер. Стоп, все. 236. Куда это все деть? Ну, в принципе, можно, конечно... сделать просто. Это у нас зелененькая. Вверх пуш. Все, машина пустая. Вверх не надо пуш.
И вот теперь можно сделать Stony Working Factory. Одну штучку. Больше нам не надо. Да, да, спасибо. Вот. Может быть, даже две. Что ей надо? Ей нужен какой-то сундук, куда, куда она будет все выплевывать. Очень хочется сюда поставить. Но, в принципе, можно ее поставить сюда. Можно взять какой-то сундук, в который она будет все выплевывать. В нее положить парочку. У меня же еще есть эти прекрасные апгрейды. Чтобы я вообще не задумывался о том, что у меня есть, чего у меня нету. Сказать машине: «О, блин, сюда нужно залить воды и лавы». Мы это можем сделать? Нет. А, кстати, стоп, мы можем это? Нет, не можем этого сделать. У меня ведер нету. Буцки-то, пожалуйста. Я очень надеюсь, что ты не будешь тратить ни воду, ни лаву. Как хорошо, что у меня в этом месте, где я нахожусь, есть и то, и другое. Вот вода. Вот лава. И ты начала производить жареный камень. Или что ты? Ты производишь кобблстон. Ну, да. Кобблстон. И ты его прям вот несколько тысяч раз жаришь. Хорошо. Но кобблстон не надо жарить. Его надо массерировать дважды. А потом уже жарить. Во, как-то так. Песок. Жарить. А потом делаешь дважды жареное стекло. О, как интересно. Smooth glass, точно. Нет, ты ничего не делаешь. Из красной пуш. И из зеленой тоже пуш. И вот у меня начинается производство стекла. Зачем нужен smooth glass? Ну, для, наверное, для красивых этих самых окон. Но я не люблю красивые окна. Баночек, я думаю, мне достаточно. Это зачем? Не знаю. Вот процесс пошел. Единственное, что я бы тебе... Вот тебе бы я дал speed, процессинг и efficiency. Зачем efficiency, не очень понятно. Но держи все. Твоя задача — работать. Куда? Не тратишь лаву, не тратишь — все есть. Пошли гулять. Что я куда-то ушел. Да, кстати, а сколько у меня за это время напроизводилось вот этих штучек? Нет, нет, этот этаж. Вот этаж. 73 штучки. Мало. А сколько у меня напроизводилось? White Diamond Ore приехал. На Зуре Сильвера. А, так себе. White Diamond Ore дает White Diamond, которые сами по себе являются тоже тир 4. Ими можно чиниться. Они, в принципе, неплохи для каких-то луков. Но, в общем, надо проверить. Есть черные алмазы, есть белые алмазы. Все остальное — это тир 3. Вот. Есть гендер и Refined Obsidian. Refined Obsidian. Прямо вот если смотреть на него, то так вот он это. Атак дэмэдж 13, атак спид 3. Охреновенький. Атак дэмэдж 12,5, атак спид 3. Но это не самый хреновенький, вот хреновенький. Атак дэмэдж 10, атак спид 3. 10 против 13. Это круто. Итак, идем. У меня получится? Да. Опустите. Так, пришли. Что-то все время не в ту сторону. Мне нужны... Нет. Мне нужно включить вот эту штуковину. Нет. Да, мне нужно включить эту штуковину. Она должна быть включена. Мне нужно взять из моего... Вот этот блест бэкпэк. Это бэкпэк для строительства. В бэкпэке для строительства есть стонкаттер и advanced refiller. Соответственно, я хочу рефилить баночки. И, например, сюда. Соответственно, если я вдруг потрачу баночки, пинг, то мне их восстановят. Вот. О, привет. Оранжевые шмотки я люблю. Так. Но на самом деле,
больше всего мне сейчас нужны оранжевые камни, а из эндерменов падают не самые. Не все возможные камни, но эндерсуржи из них падают. Итак, мне, пожалуйста, кристаллы. Я очень надеюсь, что они у нас могут быть произведены. Что это за кристалл такой? Бабли Херт Канистер, Соул Херт Кристалл. Будем проверять потом, что это такое. Мне, кстати, нужно было бы, неплохо было бы настроить производство этих Бабли Херт Канистер, твою дивизию. Вот, производство этих самых сердечек. Но это довольно сложно. Я до сих пор не нашел биома, который меня интересует для того, чтобы продолжить производить сердечки. Я это заберу у вас тут, но вы все равно это сломаете. А я это пропущу. Эти штуки красивенькие. Так вот. Бух. У меня в этом свате всегда есть баночки. А если баночки из меня вываливаются, их сундук подберет. То есть это рюкзак. Да что ж такое-то, а? Так, прилетело. Ну вот так вот этот, ну то я буду тут стоять, у меня будет стрелять, потом он сядет, и я из него наберу пару стеков. Потом он опять взлетит, 5 минут летает, и я опять, сам, когда он сядет, наберу пару стеков. А стеков всего до хрена ли арт. Что-то он это, слишком долго летает. Мне это не нравится. Кто там, не обиделся, что ли, кто-то? Будешь садиться? Нет? А если я тебя посажу? Нет? Скучно. Вот он садится. И, насколько мне не изменяет память, можно прямо... Нет, из башни нельзя набирать. Надо обязательно набирать из вот этой банки, самой из лужи. О-о! Когда зачпокало, это значит, заработал рецепт из ботании. Продолжаем забирать. Что такое? Здесь все кончилось. А ты... О! Заработал рецепт из ботании. Давай, стреляй сюда. И вот я набираю с самого плотного места. Почему оно кончается? Блин. Говорят, можно у него как-то из морды набирать. Но нет. Потому что ты в угол зафигачиваешь, и я не могу доступиться до центра угла. То есть до центра лужи. Ну, как-то так. И вот он полетел. Но зато я могу пообежать всякие оранжевые штуки, если я до них добегу за время, пока дракон не сел. Это ценно. Что опять? Садится? Садится? Ну, правда садится? Нет. Скотина подбрасывает, чтобы я не собрал драгонбрев. Давай, беги. О! А вы меня не трогаете, вы мне мешаете собирать драгонбрев. Ну, вроде собирается. О! Фух, ура! Ай, он дерется. Так, ну чё, стек вот этих баночек, из которых, ну, есть, конечно, полезности всякие. Например, Corporeal Spark, я их не буду делать. Вот, есть... Нет. Есть Flügel Tiara. Не надо. Life Imbuer. Это штуковина, которая, по-моему, вешается на спавнер вместо Низерстара. Ой, извините, я вот сначала вот к этому, а потом вас убивать как получится. Ой, а чё они на меня все обижаются так резко? А куда ушел? Ты мне нужен, светящийся товарищ. Не мешай. О! Вот, теперь можно разобраться и с драконом. Я думаю, что это будет это воздушный бой на мечах. Или на одном мече. Так, эй, а он толкается. Нечестно. Что на меня кто-то слово не свешает? Не очень понимаю, кстати, почему. Да давай, иди сюда, иди сюда. Эти штуки тебя не спасут. Тебя спасу только я. Хитрая зараза. Мне надо какой-то более быстрый способ летать. Так, ну что-нибудь упало. Башка от бихединга отвалилась. Вот. А то как-то с этим драконом все не весело. Ну вот как-то так. Почему-то у меня опять жизни не хватает. Но мы разберемся. Во-первых... Драгонбрев. Мало, но не стыдно мало.
Вот. Во-вторых, довольно много интересных... О, кстати, звезды дали. Strange Damage. Strange Damage Absorption Range. А так Damage. Ни о чем. Дали зеленое сердечко с дракона. Чё по камням? Оранжевый, оранжевый, синий. А, ладно, на самом деле, все камни. Нет, коробка. Все камни. Фор. Коробку надо её перетащить куда-то. Эти штуки. А откуда у меня этот сундук? Что я сломал? А, я знаю, что я сломал. Все хорошо. Это сюда. Зачем нужно вот это? Надо сделать какой-нибудь рецепт. А есть какой-нибудь рецепт, типа, выпускать воздух и делать обратно эти самые нормальные банки? Нет, так нельзя сделать. Надо сделать себе такой рецепт. Типа, ну, случайно воздуха набрал, эндировал, выпусти его обратно. Якс. Что у нас есть? Теперь у нас есть возможность взять вот эту пыльку, немножко низерита, и сделать себе лодестоны. Лодестоны, пожалуйста. Все. Из лодестонов. Семь штук лодестонов. Сделать вот эти... Ах, ах. Но у меня теперь есть правильная кирка, у которой... сколько? Fortune 9. А, ну да, было Fortune 8, а я сделал из Fortune 8 9. Теперь можно вот так. Да. Бывает. Но не у всех проходит. Ладно, буду чинить. 3000 кристаллов. Это уже не стыдно. Ой, тут же надо аккуратно чинить прямо все три слоя. Ну, это хорошо, что я сделал три слоя. Иначе бы я сейчас это выкопал до хрена и провалился бы. А чё я? У меня же все есть. У меня же есть правильная штуковина. Она была, я помню. А где? В самом первом слоте. Ну, конечно же, не увидел. Увидишь тут такое. Так, ты у нас... Нет, ну да, спел. А, я дома не могу это делать. Ладно. Нету у Вани больше дома. Нет. Вот. Ой. Многовато. Все равно многовато. О, вот мой размерчик. Камушки кончились. Ну, конечно, я их все потратил. Ну, в общем, в принципе, зачинил. Так, как теперь обходиться с этими камнями? Это два набора по полному набору аметистов. То есть, да, вот это моя замечательнейшая кирка. Она прям классная. Так, вот это надо вам отдать, пусть еще у вас лежит. А чего не хватает? Ах ты какая! То есть вам это... А тебе теперь еще не хватает? У тебя же были ладистоны. Вот, ладистоны. Вот. Все есть. Да, мне нужны вот эти штуки. Ах, ладистоны кончились. Их можно еще сделать, но на них нужны фигуристые камушки. Вот эти штуки. Sigil of Socketing, понимаешь ли. Что такое Sigil of Socketing? Это штука, при помощи которой на мою катану можно повесить плюс один сокет. И еще плюс один сокет. А вот четвертый сокет повесить нельзя. Из этих Sigil of Socketing можно сделать путем зачаровывания Superior. Вот он как раз дает четвертый сокет. Но есть проблема. Прямо вот жесткая проблема. Дело в том, что у меня кванты должно быть не меньше 35. А вот арканы у меня должно быть от 70 до 90. И это довольно сложно подобрать. У меня не получилось это сделать без ботании. Поэтому в какой-то момент мы с вами пойдем делать себе ботанию. Так, ну что? У меня есть какой-то прикольный камень. Это, по-моему, даже... Нет. Это не тот Яндерсурдж. Ну, давайте возьмем себе тот Яндерсурдж. Это же тот Перфект. Нет, это Перфект. А, стоп, я же его сюда... Нет, не воткнул. Это Перфект Яндерсурдж. Это Яндерсурдж. А, это плюс 2. Уже плюс 2, да. Все, больше, чем плюс 2 не бывает. Но если мы заглянем вот сюда, вот у меня были какие-то... Нет, у меня нет Яндерсуржей. Баланс гем.
Надо подобрать камушек для... Вот это, конечно, засунул. Вот, но это не камушек. А для кирки. Какой-нибудь еще. Хороший такой подходящий. Arrow Velocity, Mining Speed. Нет, Mining Speed у меня уже... Mining Speed у меня уже... Сколько? Он тут добавляется 30%, если что. Мне бы что-нибудь прикольное. Например, вот этот вот Float Game of the Earth. Так, итого. Сюда идет. Плюс 2 ту все энчанты. Это значит, это у меня уже Fortune 11. Сюда идет... Можно вот это воткнуть. Если что. Game of the Earth. Плюс 1 ту Fortune. Но я его хочу немножечко... У меня есть Perfect Game of the Earth. Можно из Perfect Game сделать Super Perfect. Нет, он сюда уже не суется. То есть это самый лучший Game of the Earth. На Armor он дает Protection. На Melee Weapon он дает Sharpness. Вот мои 4 уровня Sharpness. То есть Game of the Earth это прямо имба. Их прям надо. И сюда и у нас будет плюс 4 ту... Ух ты, блин, это еще одна фортуна. Это я рано там все раскопал. Так... Куда еще можно? Ну, наверное... А можно еще один повесить? А на некоторые камни можно дважды использовать, но нет. Здесь второй раз этот камень использовать нельзя. Ну, раз здесь он висит, то, видимо, на топор тоже надо повесить. На топоре он будет в Existing Sharpness. А, надо мне Sharpness на топор? Нет, мне не надо Sharpness на топор. Balast Gem. Attack Damage. О, вот это я хочу... Я хочу сделать себе крутой балласт гем. Тем более у меня, скорее всего, есть из чего их делать. Так, смотрим. Что у меня вообще есть? Флоулис был. Зеленый, два синих. Два синих. Два синих камня, правильно будучи засунуты в сюда, дает мне один фиолетовый. Мы добавляем один фиолетовый. А, тратим чего? Тратим пески. Получаем один оранжевый. Вставляем один оранжевый. Тратим оранжевые штучки. Получаем Perfect Ballast Gem. 60 Protection Durability Damage. Это имбовый брейкинг. Если повесить на оружие, будет плюс 10 Attack Damage. Если повесить на армор, то какой-то абсолютно дурацкий, бесполезный кнокбэк. Угадайте, на что я его повешу, конечно же. Плюс 10 атак дэмэдж. Чпок. Вау. Знаете, как приятно. Прямо вот имбеешь на глазах. Так, сигилы. Куда бы вставить сигилы? У меня шлем нифига не вставлено. 20 полстанц. Кстати, а что дает оранжевый камушек? У меня же таких дохрена. Он дает... Плюс, сам только для хилметов. Плюс 100 полстанц. Breaking Iron Orb, Protection Shred, 35 Draw Speed, нет, не хочу, я хочу очень быстрый Draw Speed, и на щиты, то есть вот эти камни, на самом деле, бесполезны, они мне уже не нужны, мне их не во что втыкать, в шлем воткнут имбовый, а больше этот камень втыкать не во что. Ух! Будь благословен тот зомби, из которого вывалилось. Наверное, два раза вывалилось по полной пачке. Что у нас еще есть? Плюс 5 лак на Core Armor. Weapon Ortals Experience Gained. Хочу. Ой, вей. Что здесь происходит? Я-то думаю, что все так тормозит? Господа, большое спасибо. Перестаньте обижать шахтеров. Ой-о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 й. О чем это нам говорит? Это нам говорит, что я сюда вставил недостаточно, ну, всего 180 уровней. И 600 миллионов шалкер этих самых. Нет, все, это значит, можно выключать уже машину. Большое спасибо. Вот, прекратите меня тормозить. Я и так весь из себя, весь вот в этих штучках. А, нет, кончились. Ай. Жесть. Отдай штуку. Она должна жить здесь. Экспу тоже отдай. Take all experience. Не подумал. Не подумал, что так бывает. 189 экспы. 562 шалкер спавнега.
Приходили какие-то зомби, получили в тыкву. Так, вот этим мы сейчас займемся. У меня были Splendor гемы. Они дают плюс 5 лака и плюс 35 experience gained. У меня здесь есть дырочка под experience gained, и здесь есть дырочка под experience gained. Лак я тоже возьму. Но для этого мне нужно эти камушки сначала собрать. А, у меня не получается. У меня получается собрать только 2 perfect гема. Это мало. К сожалению, все остальные камушки, они вот тут вот в разнобой. Фиолетовый, оранжевый, зеленый, синий. Из них нельзя собрать один нормальный. Так, что мне важнее? Хочу ли я 6 лаков Core Armor? Знаете, на самом деле, да. Core Armor является, вот, по-моему, вот это и вот это. Если мне не изменяет память. Да. Плюс 6 лак. Плюс 6 лак. А вовсе не дамаг, как вы подумали. Вот. Итак. У меня есть что? У меня есть... У меня кончилось. У меня все кончилось. И у меня всего 4 макса. Здесь мы грейдим ССки. Здесь мы грейдим ССски. ССки, Дэшки, ССки. ССски-то, конечно, это хорошо. О, вот эти все дамаксились. Это классно. Если они все дамаксились, то мы берем эндеровые вот эти вот тулсы. А, нет, стоп. Мы их тут вставляем. Мы делаем тулсы. Нам, пожалуйста, вот... А нельзя этот рецепт плюснуть? Вот. Мы берем себе эндеровые вот эти штуки. Этот эндер будет лежать здесь. Заменяем себе все палки. Ну, тут, понимаешь ли, сколько? Непонятно. Дурабилити 1.26, рарити 60. А мы сейчас узнаем. Вот, заменяем палку здесь. И сравниваем их. Это. Ой, что ж я сделал-то, дубина? Рано радоваться. Ну ладно, сделал. А, соответственно, эта палка. Я забыл, что я хотел сделать. 1.2. 1.26. 60. Harvest Speed 1.26. Ну, то есть она это. Чуть-чуть веселее. Но не за этими палками я сюда пришел, черт возьми. Я сюда пришел немножко за другими. Мне нужны немножко другие палки. Так, ну и эту палку мы воткнем себе в косу. А то тут, понимаешь ли, деревянная. Во. Деревянная палка, которая... покажите, она вообще какая? Она вообще никакая. У нее не дурабилити ничего. Так, эти палки придется здесь оставить. Черт, зачем же я это сделал-то? Забираем этот эндериум, чтобы он... Это Макс Эндериум, который, в общем, он лежит здесь. И дожидается правильных действий. Так, барахло пока сюда. Расселваджить то, что ко мне приехало. Оно почти все будет оранжевенькое. Приятно. Пинг. Это обычные предметы. Они идут на дис и расфигачивание. Это дофиглиард. Нет, стоп, это не дофиглиард. Дофиглиард у нас вот здесь. О, я могу шевелиться. Вот это скелету досталось. Такс. Отдайте нам все то, что здесь есть. Мы это дело унесем. Чпок, чпок. Чпок. Забрать. Так, кажется, у меня есть небольшая проблема. У меня здесь не хватает одной лампочки. Расстояние между ними 3. Раз, два, три. Если у меня здесь не хватает одной лампочки, то где-то у меня здесь же не хватает и одного камушка, потому что я его поставил вместо лампочки. А где его не хватает, я не знаю. Ух ты! Как у меня тут весело. Ну вот, все испортил. Я не знаю, где у меня не хватает камушка. 20 тысяч шелкершевов. Прошу любить и жаловать. Наверное, это последняя загрузка сюда кристальчиков. Тут у нас производится... А, могу я проапгрейдить? Что нужно для того, чтобы проапгрейдить эту штуку, чтобы она еще быстрее работала? А, всего лишь нужны мелодиумы, а дальше нужны уже скеллариумы.
стивариума я, наверное, смогу сделать. Не очень много. У меня, скорее всего, ни зелита нету. Да нет, есть. Почему бы не сделать себе немножко? Раз, два, три, четыре. Мне, пожалуйста, даже пять. Потому что незелитовая пыль потом будет нужна. Дайте мне, пожалуйста, незелитовой пыли. Ну, наверное, нужно уже выключать эту серию, завершать развлекушку. Она и так уже примерно приближается по размеру к нашей обычной серии. А вот этой Тириан сталью будем заниматься потом. Давайте пока посмотрим, что произошло за все это время с нашими вот этими вот... Они полные. Но они сами по себе не работают. Их надо специальным образом апгрейдить. Так. Надо еще эксперимент произвести. Берем стек. Один стек вот этих штуковинок. Они приезжают. Кстати, еще вот этой вот штуки взять. А у меня нет для нее билдера. Я его отнес. Она как раз билдер для нее их копает. Ладно. Но билдер все равно некрасиво установит вот эти штучки. А я руками установлю получше. Всего один стек, 4 ряда. Было бы, если бы я где-то тут не допускал дырки. Есть дырки еще. Чтобы было красиво 4 ряда. Вот. Один тык. Аккуратненько. Не разломать, пожалуйста. Итак, да хрена ли арт опять. Ладно, с вами был Ваня. Счастья, радости, пока. А из вот этой штуки мы будем потом варить шлит. Он нужен для апгрейдов.